Всем привет! Сегодня 8 июля, и мы находимся в испытательной теплице компании Bayer Nunems. Сегодня мы хотим вам представить томат «Диаграмму». «Диаграмма» – это раннеспелый томат, который выращивается в первом и втором обороте. Высокая урожайность является его главным преимуществом. Растение средней силы роста, хорошо вентилируемо, с короткими междуузлями. Плоды плотные, транспортабельные, ярко-красного цвета. Вес плода 220-250 грамм. Однородность плодов сохраняется на протяжении всего периода его вегетации. На кисти формируют 6-7 плодов. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.